О, счастье. Давайте посмотрим, кто там так орёт. Пол четвертого утра. О. А ну-ка, вот это чудо маленькое. А, вот еще одно чудо маленькое. И вот они спать не дают. Ухай, Илюшечки. Ухай, Илюшки. Два вывелись. Орут, спать невозможно. Вот. Маранчики, раз, два. Три наклюнутые. Так, ладненько, вон 4 маранчика наклюнуты. Сейчас я этих заберу. Отсюда унесу в брудер, чтобы не орали так громко. Так, ну что, будем обновлять новый брудерок. Я буду сажать в среднюю ячеечку. Так что все постелил. Ну, положил тут 30 градусов. Держится. Ну это с сеткой было. Сейчас я положу тряпочку, там, наверное, будет еще теплее. Всего 2 уха Илюшечки переехали в гнездышко свое. Все закрываю, чтобы не замер. Вот они, орушки. Ухи Илюшки. Крику от них, крику 2 штуки, а крику как десяток, блин, цыплят в брудере было. Ну ладненько, все, пошел я спать. А то время еще мало. Разбудили. Так, смотрим. С магазина приехал. О-о-о! Тут у нас что? Одни ухалюлюхи. Одни ухалюлюхи лупятся. А, нет, вон один маран вылез. Один маран. Крылышки желтенькие, попка желтенькая. Сейчас заберем их, перенесем. Ребят, сегодня 29-е, приехал я домой с работы, немножко сегодня задержался, покормил всю птицу, еще индюшат мне и утят надо покормить. Сегодня утят не забрали, не приехали. Ну что, я хочу сегодня показать, какой вывод у меня у хайлюй, курочек, и какой вывод у меня маранов получился. Напомню, у меня было 35 уха Илюй, цыплят, то есть яиц. И 31 мне дали яйцо маранов. 30, ну там одно доложили, потому что было треснутое. Сейчас мы посмотрим, сколько у меня получилось цыплят. Сразу оговорюсь, один маран у меня еще в инкубаторе. Обсыхает, я сейчас пришел. И все, что вывелось в течение этого дня. Начали они лупиться в 3 часа ночи. Вчера, вчерашний день и сегодня. Ну, они уже, конечно, вылупились, просто один маран лежит еще в инкубаторе, обсыхает. Сейчас вам покажу. Итак, ребят, я разгородил. Что у меня получилось? Ну, вот обсыхает еще маленький уха Илюшка одна. А это мой, вот посмотрите, сравните... Вот, посмотрите, пожалуйста. Это маленькие уха Илюшки. Это вот я недавно достал из инкубатора. 29 штук уха Илюшек. У меня получилось. Это один мой, вот посмотрите, какой он крупненький по сравнению со всеми. Это из крупного яйца у меня. Индюшок получился. 29 из 35 яиц, ребят. С учетом, что из 35, 4 было не оплод. То есть, 31 яйцо, 29 штук. Одно яйцо я выкинул, было болтун. И один цыпленок, половину кружочка продолбил и умер. Ну, не знаю почему. Ну, вот умер он. А вот это маранчики... Смотрите, вот они, вот такие у меня марашки. Лапочки волосатые, видите?
Сейчас я вам покажу. Лапы волосатые у них. Вот они, волосатые лапы. Лапки опушенные. Вот они, опушенные лапочки. Перья есть. Ну, иди сюда, посмотрю. Есть перышки? Есть перышки на лапках. Вот это один. Это у меня ликбар. Одно яйцо вывелось, которое лежало из четырех. Одно яйцо. Вот такие. Вот они, красавчики. Вот они, мальчики такие, девочки. Лапки оперенные, белые перышки. Но это, я думаю, наверное, будет, может быть, серо-голубой маранчик. Вот этот вообще лапы черные. Получилось 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 у меня получилось маранов. Из 30 яиц. 31 яйцо, ребят. 9 маранов. То есть, ну, 300 рублей цыпленок получился. Оплот был очень хороший. Оплот был хороший. У меня из 31 яйца было только 2 выбраковки. Был весь оплот. Но перед выведением я начал проверять яйцо. И очень много болтунов. Инкубатор был один и тот же, ребята. Что у хайлюшки, что это? У этих больше 50% яиц. Ну, вы сами можете понять, сколько это, да? То есть 29,9, 20 яиц, они были болтуны, ребята. Я не знаю, почему. Предполагаю все-таки то, что дали родительскому стаду отдыхать, не досвечивают их. Ну, представляете, да, с 7-6 утра до 6 вечера всего лишь световой день, и потом они уходят в сон. Так что этого мало. И поэтому вот, возможно, такие слабоватые получились зародыши. То есть яйцо не развилось. Инкубатор был один, повторяюсь, и работал отлично. Сейчас у меня мои цыплята я переложил в этот же инкубатор, они все наклюнулись. Посмотрим, сколько выведется. А вот. Ну, я рад и 9 штучкам. Посмотрим, что получится. Сколько мальчиков, сколько девочек. Жду очень-очень. Потому что лишних мальчиков я по-любому отсажу к себе в стадо. Пусть они будут оплодотворять моих курочек. Я заменю. У хайлюшечек очень много. Я рад. Так что все очень хорошо. Ну ладно, я сейчас закрываю. Кормом раскидываю. Водичку вот в такую поилку я поставил. Все. Ликбарчики жду. У меня там 6 яиц осталось. Сколько оплот, не смотрел, не болтал. Но я предполагаю, что, наверное, как бы он у меня один не остался. Тьфу-тьфу-тьфу. Ребят, ну, в общем, как-то так. Результаты такие. Очень рад я и огромное спасибо Елене Мороз с канала «Городские колхозники». Вывод шикарный. Пусть никто не говорит, что из яйца от кур у Елены Мороз плохой вывод. Все это бред, сивы, кобылы. Руки должны быть нормальные, инкубатором надо правильно регулировать температуру, и все будет шикарно. По маранчикам, ну вот такой слабый вывод. Буду знать, буду иметь в виду, но все-таки я рад и этому. Буду получать опыт по выращиванию данной птички. И я рассчитываю, что в дальнейшем я смогу пополнить родительское стадо новой кровью маранов. Ну, в общем-то, все. Всем всего хорошего. Желаю приятных снов, потому что я видео выложу сейчас поздно. Кто смотрит меня утром, всем привет. Подписывайтесь на канал. Еще будет много чего интересного. Цыплятки будут расти. Вот так они у меня тусят.
Ну, я так правильно понимаю, все-таки вот это ликбарчик. Вот это ликбар. Все, вот они у меня. Бегают, начинают кушать, клевать уже. Что уже сутки первые пошли. Все, сейчас у них аппетит. Но надо будет, я не знаю, разъединить, может быть, их. Чтобы я уха и люшек не перепутал с маранами. Хотя я их, наверное, не перепутаю. Ну ладно, посмотрим.